Всем привет! С вами снова я, Миша Выплюшка. Это канал бывшего осужденного. Сегодня я вам расскажу, как люди скрываются, когда находятся в розыске. Привет. Слушай, тебе подъехать ко мне нужно. Рассказать о выполненной работе. Ну, в общем, как обычно. Да, да. Сейчас подъеду, конечно. Давай. Хуй тебе. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. The subscriber's phone is switched off. Здорово, братан, это я. Новые цифры, короче, мои. Никому не давай, не говори. Только ты их знаешь. Ну, еще там, короче, пару человек. Вот. Там по поводу наших дел, там пока притормози. Я сейчас сваливаю, короче, из города. Вот. Возможно, из страны даже. Ну, бля, есть обстоятельства, дружище, есть. Вот. Если что, шуми, короче, сюда. И никому не говори, что я тебе звонил. Да, потом расскажу, давай. Все, обнял, давай на связи. Георгий, прошу. Утром деньги, вечером стулья. Или вечером деньги, ночью стулья. Сыграть очень много. Ну, здорово. Чё скажешь? Ты как меня нашел? Ты же забыл, где я работаю. У нас везде в уши и глаза.
Слушай, я не могу вот этой херней заниматься постоянно, блядь. Вы мне всю дорогу, блядь, жить вообще не даете. Я перестал уже заниматься и криминалом, и всей хуйней. Вы все равно, блядь, постоянно приезжаете кого-то сдавать, еще что-то делать. Вы когда-нибудь от меня отъебетесь вообще? У меня приказ. Я свою работу выполняю. Лично мне ты не интересен. На данный момент работа для тебя есть. Поэтому мы тебя никуда пока не отпустим. Пока. Дальше будем смотреть. Ну и сколько вы меня так вот юзать собираетесь, блядь? До конца жизни? Ну пока есть для тебя, скажем так, задания определенные. Они пройдут, дальше посмотрим. Пиздец, от вас вообще никуда не деться, блядь. Надо было к нам идти работать. Давай, собирайся. Поехали назад в Москву. Поехали. Да там открыто уже. А, да? Ага. Слушай, ты что, меня так и поведешь с полом под конвоем? Нет, просто пойдем. Ну ты что встал? Пошли. Майор, дыши! Сейчас, сейчас. Сейчас доедем. Да, блядь, пусти, заебал на. Врачи сказали. Жить буду. Хорошо. Слушай, я вообще думал, что ты и такие, как ты, конченые. А ты мне сегодня, получается, жизнь спас. Да ладно, мне кажется, многие бы так на моем месте поступили. Ничего удивительного. Не знаю. Я тебе сутки даю на то, чтобы ты осуществил то, что задумал. Если успеешь. Сутки тебя никто не смотрит, не ищет. Спасибо. От души. Герой пал, ты герой не должен быть экипирован. Там не будет нас, нет, там не будет нас.
старый я отварь, время выходить в прайм. Денис, ты на гостям, Денис, пицца, боевая, проебали наш костяк прям там.